И он сказал им: «Вот слова мои, которые я говорил вам, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему, что написано в законе Моисеевом и у пророков, и в псалмах относительно меня». Тогда он отверз их разум к пониманию Писания и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых на третий день. И будет проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели тому. И вот, я посылаю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалим, пока не облечетесь силою свыше». И вывел он их до самой Вифании. И, подняв свои руки, благословил их. И случилось, когда он благословлял их, он отделился от них и стал возноситься на небо. И сказав это, он вознесся перед их взором, и облако унесло его с их глаз. И когда они пристально смотрели на небо во время его восхождения, вот два мужа предстали им в белом одеянии и сказали: «Мужи галилеяне, что стоите, взирая на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет подобным образом, как вы видели его восходящим на небо». И они, поклонившись ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали постоянно в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.